Автопробег «Дорогами правды» проследует по маршруту Ульяновск, Йошкар-Ола, Киров, Ижевск, Нижний Новгород, Саранск, Пенза, Ульяновск. Выбор места не случайен. В этих городах работают региональные редакции газет с именем «Правда». Причем для многих из них нынешний год также является юбилейным. Инициатива издательского дома «Ульяновская правда» – это одно из мероприятий, посвященное столетию старейшей газеты региона, газете «Ульяновская правда». Участники автопробега проедут 4300 километров. Для ульяновских джипов такой путь – серьезное испытание. Символично, что у нас совпали, можно сказать, юбилеи. УАЗ, как мы знаем, отметил свое 75-летие в декабре. А «Ульяновской правде» исполнилось 100 лет. Вот, нас связывают добрые, хорошие отношения с этим изданием. Считаем его одним из самых профессиональных вообще в регионе, да и, может быть, в России. И поэтому мы посчитали хорошей идеей поучаствовать в данном автопробеге. Главная цель автопробега – обмен опытом с коллегами. Во всех городах ПФО по пути исследований пройдут встречи с редакциями и их читателями, посвященные малоизвестным страницам истории регионов. Перед стартом со словами напутствия к участникам обратились организаторы. Уникальная инициатива, посвященная столетию газеты «Ульяновская правда», позволит вам за эти 11 дней посетить 6 городов, поделиться своим опытом, а я могу сказать, что за последние буквально несколько лет «Ульяновская правда» сделала огромный рывок в части освоения новых технологий, в части новых форматов подачи информации, завоевала огромное количество ульяновской аудитории. Планируется, что по завершении автопробега в Ульяновск съедутся главные редакторы изданий. Они станут гостями медиафорума региональной прессы «Поволжские зори 2017», в рамках которого состоится круглый стол «Если жизнь после 100». А пока съемочная группа издательского дома «Ульяновская правда» будет работать во время автопробега и вести репортаж с места событий. Ждите первые новости из Пензы. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».